Спасибо. Спасибо большое. Ну и сейчас мы с удовольствием пригласим сюда наших детишек, лучших из лучших, победителей детских турниров в рамках дополнительной программы для чемпионата мира по рапиду и блицу. And now this is the time to announce the names of the kids who took the first places in the framework of the championship. Итак, мы приглашаем под ваши аплодисменты, безусловно, искупаем овации детишек. Герасимова Мария. Завьялов Никита. Витерков Святослав. Аверин Николай. И Власова Олеся. Мы вас поздравляем. Мы эти аплодисменты, эти эмоции, эти улыбки в вашу честь. We congratulate you, and these emotions, these smiles are in your honor. Congratulations. Остается прекрасный подарок от Яндекса. Это робот по имени Алиса, который может все. And you get a really cool prize. This is a robot Alisa who can do everything. Мы поздравляем вас. Фотографию общую. Прошу вас присоединиться и сделать с нашими победителями детского турнира. Спасибо большое. Вы можете проходить в зал и продолжить наблюдать за нашей церемонией. Спасибо, спасибо. Вас мы попросим остаться ненадолго. Здесь еще переходим к торжественному моменту. И для проведения церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу ФИДЕ я приглашаю на эту сцену вице-президента Международной шахматной федерации Лукаша Турли. And ladies and gentlemen, and now I would like to invite the FIDE Vice President, Lukas Turley, to start the World Rapid and Blades Chess Championship awarding ceremony. But first, I will ask you to say a couple of words to all our guests, please. Guests. Dear honorable guests, ladies and gentlemen, dear chess friends. Today is the last day of King Salman FIDE Дамы и господа, почетные гости, дорогие друзья, сегодня финальный день, последний день чемпионата по рапиду и блицу под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана. On behalf of FIDE President Mr. Rakat Furkovic, I would like to congratulate you all on your wonderful performances. It was a great event with many amazing games. И от лица президента ФИДЕ, господина Аркадия Дворковича, я хотел бы поздравить всех вас с вашими замечательными выступлениями. Это были прекрасные 5 дней с невероятными эмоциями, которые все из вас испытали. I would like to express our gratitude to our partners of this event, His Majesty King Salman and Saudi Arabia Chess Federation for their great contribution for the world of chess. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить всех партнеров, в частности, я хотел бы поблагодарить его высочество короля Салмана Саудовской Аравии и Федерацию шахмат Саудовской Аравии за тот вклад, который вы вносите в развитие шахмат в мире. I would like to thank the Russian Chess Federation for organizing this unforgettable event on very high level. Также я хочу поблагодарить Федерацию шахмат России за организацию этого чудесного мероприятия. It's very important to mention all our partners who contributed to this event. Thank you very much, Total, Fosagro and Picasso. И также хотелось бы сказать нашим партнерам, спонсорам этого мероприятия, отдельное спасибо компаниям Total, Fosagro и Газпром. And I wish you all the best for 2020, many successes, especially here in Moscow at Moscow Chess Olympiad 2020. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы пожелаем вам успехов, чтобы все ваши мечты в 2020 году сбылись. Спасибо. Thank you. Для проведения церемонии, для приветственного слова, приглашаю сюда, на эту сцену, заместителя главы концерна «Total» в России, титульного спонсора женских чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу Виталия Строкова.
And now I would like to invite here Deputy Country Chair to title Russia, title sponsor of Women's Rapid and Police Championships, Vitaly Strogan. Я прошу несколько слов. Дорогие друзья, концерн «Тоталь» очень счастлив быть частью этого замечательного шахматного праздника. Мы поздравляем чемпионов, поздравляем призеров. Огромное спасибо им за изумительную, захватывающую игру. Завтра наступает Новый год, и я хочу пожелать в Новом году всем, всем вам новых побед и удовольствия от игры, от жизни на шахматы этой игры. I would like, so for the good evening, ladies and gentlemen, first of all, I would like to say that Tatal is very happy to be the partner.